пока идет нарезка арматуры, то я вам потом скажу для чего. Значит, засунули кабель, который на хозблок, в трубу. Она, правда, немножко великовата, но другой не было. Ну, возьмем другую. Потом дальше уже будем продолжать, когда. И будем сейчас это засыпать. Чтобы внуки, которые уже на самолет сели, сюда не ввалились случайно. Они уже в небе? Да, они уже летят. Уже есть фотография на поле летном. Так, в общем, вот как-то вот так. Потом это сложим, скатаем, и будет этот кабель лежать вот здесь вот, пока не начнем дальше копать. Для этого нам нужно всего лишь купить более мелкую трубу, промерим сколько, отмотаем кабеля сколько, возьмем запасик небольшой, метра 3 или 5. Ну, как-то вот так вот.